сорт острого перца Seven Pot Jock. Это переводится как Seven Pot Iona. Он назван в честь женщины, которая вывела этот сорт. Это сорт относится к сверхострым сортам. Острота его от 800 тысяч до 1 миллиона скобелей. Срок созревания этого сорта 120 дней. В открытом грунте или в теплице он может достигать до 70 сантиметров в высоту и до 30 сантиметров в ширину. Это очень острый сорт, очень красивый. Некоторые плоды могут даже быть с хвостиком, как у скорпиона. Очень красивый, очень острый сорт. У него пупырчатая поверхность. Вот, вот такие вот плоды в зеленом виде. Вот они, светло-зеленого цвета. Вот они. У меня кустики, так как они находятся в тени, они сильно большие не растут. Вот смотрите, какая красота, какая красота. Кто может меня только понять? Только перцеводы. Смотрите, супер вещь, супер перец, супер острота, супер вкус. Вообще просто бомба. Красивый до ужаса. Вот такой вот красавец, вот такой вот красавец. Просто бесподобный. Попробуем оторвать его. Вот смотрите, как выглядит этот перец. Сейчас мы в тенечек поставим, потому что свет, солнце светит вовсю. Сегодня 15 сентября. На улице 34 градуса. Жара неимоверная. Земля потрескалась. Я только приехал на дачу. Даже еще не поливал, но листья поопускались. При такой температуре в сентябре. Вот, смотрите, какой крупный плод. Он созревает от светло-зеленого, но красного цвета. Перепроизводит очень много это растение плодов крупных. Оно высокоурожайное. Его можно выращивать как в открытом грунте, в теплице, либо все на подоконнике. Это растение многолетнее. С него получатся супер острые соусы. Разве не красавец? Смотрите, какая красота. Необычная. Так что выращивайте такие сорта у себя на подоконнике. Получите массу удовольствия, как и я. Смотрите, какая красота. Так что выращивайте такую красоту у себя дома. Всем пока и удачи!